Ну, ситуация, нельзя скрывать, она сложная. В общем, мы столкнулись с полномасштабными кризисными явлениями. Причем нужно понимать, что мы сейчас не в нижней точке. Мы сейчас находимся в начале, скажем так, очень сложного времени, которое ориентировочно, по очень предварительным прикидкам, вероятнее всего, продлится не менее 2 лет. Безусловно, это время вызовов. Но это также и время возможности как раз по коммуникации с регулятором с точки зрения того, чтобы оценить эффективность существующего законодательства, существующей регуляторной базы и посмотреть, где, возможно, находятся точки, если не роста, то, по крайней мере, сохранения позиций, о которых раньше, скажем так, в тучные годы не задумывались, где у нас есть определенный потенциал. Ключевым условием для этого, безусловно, является единая позиция индустрии, которая вырабатывается в нашем случае, как правило, очень трудно. Авиация весьма разобщена по своей структуре. Выработка единого голоса, единой позиции, как правило, очень трудна. Тем не менее, сейчас перед авиатранспортной индустрией стоит задача выступить с единой позицией по ключевым компонентам изменения ситуации на рынке. Здесь очень много вопросов, начиная от таможенного регулирования, в части поставок воздушных судов, в части технического обслуживания и ремонта. И это касается в части регулирования визового режима. То есть здесь существует огромный спектр вопросов, по которым требуется ревизия ситуации. Отрасль должна выработать свою позицию по изменению этой ситуации, представить эту позицию в правительство и дальше добиваться того, чтобы необходимые изменения в законодательстве, в практике регулирования были внесены. Без преувеличения можно назвать главным событием по ТАИР в течение года. И это площадка, на которой собираются ведущие эксперты, которым всегда есть что сказать, обменяться вопросами. Это и специалисты по техническим направлениям, это специалисты по экономике, специалисты из других сфер. Есть возможность на этой площадке обсудить пересечение самых разных вопросов. Так что в этом отношении, особенно в условиях нынешних, весьма непростых, важность этой конференции только повышается.